немножко описать. Итак, давайте еще раз. Буква П. Печатная, судя по всему. У каждого почерк свой. Ну как, конечно. Буква О. О. Вот так вот. Буква З. Так вот. В обе стороны у вас одинаково хорошо. А где музычка у нас? Буква Д. Д. Вот так. Вот. Вот так вот. Ай да Д. Разве лучше, где было видно? Мы для жениха с невестой, для жениха специально. А парни, ничего, до дома нас вывез. Буква Р. Оп, вот так, молодцы. Буква А. Вот так. Пишут и стесняются, пишут и стесняются. Будто пишут что-то нехорошее. Да. Буква В. Так, давайте, девочки. Все-таки очень разные почерки у девочек. Очень разные. Сидит оценщик. Буква Л. Вот так. Буква Я. А где поддержка-то? Да, давайте поаплодируем. У девушек не только разные почерки, у них еще разный масштаб. Кто-то пишет большими буквами, а кто-то очень маленькие, на них так строит. Буква Е. Вот так вот. Вот так, ай, молодцы. Буква М. Поздравляем. И три восклицательных знака. Три восклицательных знака, да, нужно, девочки. Давайте, приготовились. Первый знак. А я с вами воссоздание знаки стоит. Главное, присоединительница. Да. И еще.